Халима Сватолимон, сегодня у нас новогодний Бейблейд, у них 2022, 12-я часть второго тура, решающего второго тура. Извините, ребят, что так поздно выходит ролик, я весь день гулял, честно скажу. У меня каникулы начались, я решил погулять с друзьями, я давно их не видел, и мы решили погулять. Я только вернулся домой, и... недавно. Я вернулся в 8. Нет, в 7. В 7 часов. Я уже был дома. Вот вам записываю ролик. Он выйдет, конечно, чуть позже. Что? Сегодня будет много бит. Я начинаю. Тут сегодня последний второй тур. Завтра выходит третий тур. На первая часть. Объясню в следующем ролике. Вот. Я начинаю. Первые противники это... Я буду брать... Тут у меня просто уже разложены бэи. Я буду брать по категориям. То есть одинаково поколение. Чтобы было так интереснее. Это Вальтрек и Аматериус. Оба на акселях. Потому что у меня драйвер... Повторяю, у меня драйвер от Аматериуса нема. Хорошо гоняет. Хочу сказать... Играем, как всегда, до 2 баллов, ребят. Скорее всего, так надо. Ага, есть. Отбоем свисток. По одному щелчку. Вот это большие, большие проблемы. 1-1 счет, да? Аматериус побеждает, Вальтрек вылетает. Экскалиус против вот такого спрайзена. Спрайзен выиграл. Экскалиус улетает. Опять чуть не сел. Ладно. Блуди Луйнар против Блади Лонг... Блади Лонгинус против Анти-Ревай Феникс. Я, кстати, читал очень старые комменты где-то, я не помню каких-то старых комментов. Я читал, когда играл на этой арене. Или нет? Не читал, извините, это мне друг говорил. Это я что-то меня перепутал. Мне друг говорил то, что на этой арене неинтересно играть, потому что тут нет ловушек. Чувак, если ты это видишь... Вот тут, получается, как бы ловушки, видите? Получается, бы начинает залетать сюда. И вот как бы ловушка, он начинает застревать тут. Ну или вот вылетел, все, вот тут. Меня, кстати, вы видели, что у меня много раз вылетали они сюда. Ребят, кстати, может мне устроить когда-то стрим? Поиграем, поговорим. Феникс выиграл.
Но это, скорее всего, будет, наверное, после НГ. Наверное. Битва вот этих, этих бойцов. Кстати, может мне так все время... Блин, я думал, вам бас выиграть. Ну ладно. Может мне так все время ставить арену? Ну, то есть камеру, чтобы арена так ставилась сбоку. Мне кажется, я вижу, это прикольно выглядит. Так. Так, 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 так. Интересно. Думсайзу против Одекса. Ой, вот. Извините, ребят, если я буду как-то закрывать руку рукой. Бей, просто мне... Я тут стою, а камера здесь, как бы, ну, вы понимаете. Кстати, ребят, не пропустите, завтра или сегодня выйдет пост. У меня в очень важный пост. На канале. Я хотел перезапустить, но ладно. Вот это вы. Так. Ух ты, интересненько, интересненько. Ну давайте посмотрим. Это Экскалиус и Лонгинусик. Лонгинусик. Лонгинус. Экскалиус. И мы перезапускаем, потому что я плохо запустил его. Экскалиус. Лонгинус. Надо прыгать, Экскалиус. Мне это не нравится. Лонгинус выиграл. Молодец. Басто! Молодец, Луйнер. Он выиграл своего соперника. Разуничтожил его. Думсайзер и Вальтрек. Такие. Ой, извините. Второй бёрст. Подряд. Блин. Так, молодцы. Bloody World. Такая придется вот так вот делать сражение. World. Так, посмотрим на счет 1-0. World. Yes. Спайзер, что делаешь? Дуринда. Сприган. Все, выиграл, молодец. Немезис и Вальтрик. Thank you.
И Nemesis побеждает. Антистрайк против Реквиема. Ух ты. Double Burst. Ну, ты издеваешься? Для меня Hasbro, честно скажу вам, ребята. Эко как фейки. То есть, я их очень сильно недооценивал. То есть, очень их не люблю. Многие относятся к ним хорошо, многие относятся плохо. Я очень сильно негативно, потому что у них очень слабые бенни. Или очень уродские получаются. Та же серия гачи. Взлет. Найс. У них драйвера. Какие были такси, было интересно смотреть на большие драйвера. Сначала, да, сначала, когда они вышли, было прикольно, но потом, осознав, я понял, какая ужасная идея они сделали. Фантазус и Юников. Серия Турбо. Они без металла. Хотя, у него до этого вышло три боя с металлом. Это Lost Longinus, Nightmare Longinus и Excalibur. Третий. Они вышли все с металлом. Вайван и Longinus. Так что, почему не было ли сделать остальные? Хасбро раньше делали до эволюции все отлично. Ну, то есть, нет, эволюцию сделали хорошо, то есть, бёст хорошо, эволюция хорошо. Турбо уже пошло что-то не так. Серия Слингшок вообще это. У них высоко поднимаются драйвера. Прикольно, но у многих Слингшок сразу же упадал. О чем я имею в виду? Я имею в виду то, что при запуске он опускался вниз, то есть слингшок сделали его, запустил он уже, он вернулся в обычный режим. Вайван. Я в этом деле. Бахамут и Астро. Ну. Новая система, как бы у них входит на динамит. Как там? Cloud Drive. Типа двойной драйв. Как-то, да? Ну, типа, можно так называть. Мы называем их двойные драйвера у них. Serious Magma Frita. Что они взяли? Они договорились с Такаратумой, то что они в мультфильм добавят их не Hasbro Bay. Они. Это хорошо, но. У Hasbro, могли бы хотя бы сделать этого Magma Fritter сильным. А что сделали? Извините, говно. Астрал. Нет, у Hasbro есть прикольно. Вот они выпустили Немезиса и Балдора. Versus Cloud Drive, то есть динамит. Это круто. Но они слабые. Немезис взрывается часто. Опа. Взрывается этот Балдор. Ну, то есть, ну понятно, это Hasbro. Они, конечно, будут взрываться часто. И это минус. Hasbro взяли новую систему, новый продукт. Как они называются? Про серию.
Pro Series. Ничего не могу сказать. Классная серия. Потому что там можно достать классные детали. Тот же Reboot на Джокере в слое. Ultimate Reboot. Потому что я бы, если в Украине у нас появится, а они уже появились, дорогие друзья, в Украине, за 1000 гривен. Ну да, может быть, ты скажешь, боже, а не за 1000, кто-то напишет, наверное, в комментариях. Или я видел за 1000, за 980. Дорого. Я купил квартиру максимум за 700 гривен. 800, все. Но не 1000. Цайклоны Фафнер. Блин, надо было по-другому сделать. Ну ладно. Вот. Сколько вопросов хату? Что они делают? Кто же Динамит Белиал? Что они называют? Как его назвали? Bellfire? Destruction Bellfire, да? Destruction Bellfire. Какой ужас. Я когда услышал это, я просто хотел плакать. Как это ужасно звучит. У нас финальный бой это Dead Hades и Airtop. Кербис. Ребят, пожалуйста. Ну вот, мне нравится вот новый стадион. Ну как, да, стадион неплохой. Вот этот, Cloud Drive. Cloud Drive и хороший стадион в спаркинг системе Hasbro. Это электростадион. Неплохой. Вот. Кстати, у Димон Бейблейда он недавно вышел обзор на него. Посмотрите. Ладно, ребят, я буду заканчивать. Понравилось видео, ставьте лайки. С вами был Антон Лимон. Всем удачи и всем пока.